Сегодня мэр города Юрий Гришан посетил продуктовую базу «Славянский продукт» и узнал ситуацию по обстановке продуктов в Магадан. Юрий Гришан рассказал, как обстоят дела на рынке сейчас. Запас продовольствия соответствует трехмесячному запасу по всем абсолютно позициям. Да, есть некоторые колебания у заводов-изготовителей, но это я бы даже не связывал с известными событиями, которые произошли после 24 февраля. Просто у нас всегда сезонные подъемы цен на те или иные товары есть. В год в адрес славянского продукта поступает около 600 контейнеров продовольствия. И сейчас также товары находятся в пути. Товар у нас идет в пути. То есть у нас не прекращаются поставки, те, которые есть. То есть даже у нас запас немножко больше, чем тем годами раньше было. То есть мы просто призываем всех наших населения, граждан, не делать там большие запасы, потому что, даже понятно, что цена повысится, но я думаю, незначительно. Будет, если сегодня у нас в опте гречка в пределах 100-110 рублей, будет она 120 или 115, соответственно, и розница. У нас товар наценяется согласно торговых надбавок. Славянский продукт поставляет товары в большинство магазинов города и точек питания. Любовь Голембиевская, Александр Фещенко, «Магаданское время».На национальности, на государство или еще что-то. Это не есть красиво. Я с гордостью говорю, я русский. Я с гордостью могу сказать, я русский. Я горжусь своими войсками, я горжусь своей страной. Я горд даже в том, что я сейчас работаю в таком коллективе, в военно-патриотическом клубе. Вот там тоже коллектив славный. Полковники, подполковники, тоже люди, служившие в вооруженных силах. То есть то, что мы передаем, это не забывается. Самое главное то, что мы друг другу дали вот то чувство единения, которое вот у нас есть вот на данный момент, в данную ситуацию. То есть мы показываем всем, что мы выступаем едиными силами, едиными группами. То есть мы согласны, мы поддерживаем нашу армию, поддерживаем наше правительство, поддерживаем нашу Россию. В Соправиго мы хотели сказать, что мы поддерживаем нашего президента и поддерживаем нашу российскую армию, которая сейчас наводит порядок на территории Украины. Начало марта порадовало не только хорошей погодой, но и редким событием. Не каждая пара способна прожить вместе бок о бок достаточно долгое время. Но в Магадане есть такая пара, и в марте они отметили 50 лет совместной жизни. Это семья Высоцких. Сейчас я предлагаю соблюсти красивый и добрый обед.
Семья Высоцких принимала поздравления от семьи, друзей и мэра города. Спасибо вам большое, что вы вот, показываете молодежи пример того, что как можно вместе столько лет жить, наслаждаться друг другом, любить. Я вижу ваши взгляды, поверьте, я тоже не молод, я могу оценить искренность, чистоту того, что вот даже происходило в нашей короткой беседе. Также пара расписалась в почетной книге и раскрыла секрет долгой совместной семейной жизни. Секрет, ну я, может быть, сказала, знаете что? Взаимопонимание, взаимоуважение, открытость для своих родственников и друзей, быть всегда добрыми и идти на помощь.